Я так думаю, что самый главный ресурс в нашей стране – это, конечно, люди. И я только за то, чтобы развивать другие отрасли, кроме нефти. Конечно, мы должны развивать производство. Ну как ничего не производить? У нас столько людей, у нас такие просторы, у нас такие вообще объемы могли быть. Неужели мы можем делать что-то хуже Китая? Ну это смешно. Ну Китай вон как развился, как они, что они делают все вообще. Но неужели Россия с нашими-то руками, да, конечно, мы ленивы, конечно, азиаты другие, психология другая, да. Но если мы освоим хотя бы, мне кажется, 5% производства, то, что производит Китай, мы станем вообще самой могущественной страной в мире. Потому что нам не хватает производства, нам не хватает поэтому и рабочих мест, и поэтому и все это пьянство на периферии, и алкоголизм, и все вот эти проблемы, они только из-за того, что у людей просто нет работы. Если у нас появится производство, конечно, конечно, все это останется, да, но это потихонечку будет уходить из нашей жизни. Поэтому нефть хорошо, но я за то, чтобы двумя руками, за то, чтобы производство по всей стране развивалось все максимально, не только в Москве, потому что понятно, что здесь сосредоточено, да, максимальное количество вообще каких-то бизнесов, все, чтобы по всей стране хоть маленькое что-то добыло. Это обязательно нужно нам, но мы без этого умрем. Страна просто перестанет вообще дышать, мне кажется.